при поддержке компании Prestigio. Шутеры, несмотря на небольшие сложности с сенсорным управлением, являются очень популярным жанром на платформе Android. А какой же уважающий себя шутер обойдется без мультиплеера, в котором можно выпустить пар на реальных соперниках? Вы давно просили сделать нас этот топ, и мы наконец-то готовы. Встречайте лучшие мультиплеерные шутеры на Android. А играть в них будем на планшете Prestigio Multipad 4 Quantum. Six Guns. Невероятно популярный вестерн, который сразу влюбил в себя игроков потрясающей картинкой и даже наличием сюжета. А чуть позже разработчики добавили ко всей этой красоте и онлайн-режим. Итак, здесь вас ждут 4 карты, выдержанные в атмосфере Дикого Запада, и 2 режима — командный дезматч и захват флага. Вполне себе достойный набор, как для мобильной игры. Для удобства ваша команда и команда противников подсвечиваются разными цветами, что становится особенно актуальным в режиме захват флага, неся с ним как-то не до разглядывания достопримечательностей. Особенной тактики в игре нет. Знай, стреляй врагам в голову, да копи денежку на новые пушки. Последние в Six Guns бывают очень уж футуристичного вида. Вот смотришь и прям глаз не отвести. А в целом, благодаря красивенной картинке, этой игре однозначно удалось найти свою аудиторию. Blitz Brigade. А вот следующий наш герой уже чисто мультиплеерный шутер, в котором творится настоящий онлайн-угар. Первое, что бросается в глаза, это потрясающая навороченная мультяшная картинка. По сути, перед нами сводный брат Team Fortress и Battlefield Heroes. После первого шока, в хорошем смысле слова, понимаешь, что в игре также множество режимов и карт, и последние очень и очень масштабные. Более того, на них разрешают ездить на джипах, танках и летать на вертолетах, и еще и вступать на всем этом в дуэли. Вы знаете еще хоть одну игру на Android, где можно сразиться с реальным соперником в вертолетной схватке? Мы нет. А где еще вы видели бойцов, которые танцуют после победы? Перед вами один из самых оригинальных шутеров, причем не только для мобильных устройств, а вообще. Shadowgun. Shadowgun — это самое что ни на есть мясо. Да что говорить, тут даже можно не убирать палец с виртуальной кнопки огонь, а так и бегать. Ну, разве что для броска гранаты отвлечься. Тоже очень действенный способ набить фраги. Также попросим вас обратить пристальное внимание на щедро расставленные по уровням канистры. Упс, вот еще одному засранцу только что не повезло. Именно благодаря своей безбашенности Shadowgun и завоевал славу одного из самых популярных, а возможно и самого популярного сетевого шутера на Android. Мы бы, конечно, придрались к однообразию уровней и довольно темной картинки, но боимся, что нас найдут те самые фанаты игры. Так что не будем. У Shadowgun все классно. К тому же мы играли в нее на мощном планшете Prestigio Multipad 4 Quantum, а на нем картинка была просто вау. Надеемся, наш топ поможет вам выпустить пар в тяжелую минуту. Мы как-то совсем не хотим, чтобы наши подписчики ходили злые по улицам и сбивали людей. Ведь тогда вас может забрать милиция, и вы не сможете оставлять нам лайки и комментарии, а нам такое не нужно.